по ссылочке с сайта AliExpress, которые могут стать незаменимыми помощниками в вашем доме. Разбираемся, смотрим. Поехали! Ребята, всем здорово! Сегодня покажу вам две интересные посылочки, которые находятся вот в таких вот пакетиках. Один огромный, второй чуть-чуть поменьше. Здесь у нас находятся такие товарочки, которые могут помочь вам с электрикой и с освещением в вашем доме. Давайте откроем первый, и я вам покажу, что это такое. У нас такие вещи стоят очень дорого в магазинах, но в Китае можно купить подешевле. И я скажу по качеству, они ничуть не хуже, чем такие вещи у нас. Вот пришло в таком вот виде, запаянное. И открываем и посмотрим. Кстати, могу сказать лишь еще вам то, что могу сказать. Могу сказать по весу, ребята. Они весят тоже не легенькие, потому что это не тупо пластик. Это вот почти 100 грамм они весят. И называется это у нас Е27, то Е27 30-сантиметровый удлинитель. Это вот такой вот прикольный, ребята, удлинитель, который сможет вкручиваться в ваш патрон с формата Е27, и с помощью него вы можете делать направленный свет. Вещь очень прикольная. Вот внутри здесь тоже контакты, все скручено болтиками, и выглядит он неплохо. Например, если у вас есть где-то патрончик, и вам нужно сделать куда-то определенный направленный свет, либо на кухне, либо еще где-то, то с легкостью вот с этой штукой, которая стоит, по-моему, там $2, кажется, в районе $2 или $3, вы можете себе сделать вот такую прикольную штуку, и потом просто направлять свет и уже использовать это в качестве вот такого прикольного устройства, девайса. Патрон у нас пластмассовый, но вот эта вот штука вся, в принципе, тяжелая. И я думаю, что она хорошо защищена, потому что такой точно я пользуюсь уже около года. Она у меня вот там вот стоит, как раз светит сейчас сюда. От стенки вот так вот сделано, и получается направленный такой свет. Тоже вещь прикольная. Захотели, повернули вверх, захотели, повернули вниз. И вообще все круто и интересно. Сюда можете вкручивать любые лампы с соколем Е27. Ну, давайте откроем вторую посылочку, там чуть-чуть поинтереснее этого девайса, и посмотрим с вами на него. Пришло в таком вот большом формате, кстати, посылки заказывались на AliExpress, все ссылочки будут в описании под этим видео, переходите, смотрите. И большой вот такой пакет, все пришло очень быстро, и эти пакеты мне принесли домой почта SF Express. Вот такие вот дела, ребята. Ссылку на этого продавца положу в описании. Есть и другие у него форматы, так что все в ваших руках. Открываем, смотрим. Здесь у нас другой тоже интересный товар, тоже заказывал для себя. Все товарчики пока, ребята, заказывают для себя. Здесь у нас тоже вот такая штука, кстати, вот сейчас покажу написание. Е27 Lambors Adapter Converter. Тоже, в принципе, он у нас с европейской розеткой. Вот такая штука. Это чуть покруче. Потому что у нас получается с вами настольная лампа универсальная, можно так сказать. Если у вас есть где-то розеточка, мы вставляем это и сюда вставляем лампочку. Можно вот даже сделать над вашей кроватью, как вот так вот. Сейчас, я думаю, вам покажу, как на видео это сделать. Вкручиваем сюда лампочку какую-нибудь, может, мягкий свет, белый свет, какой вам больше всего понравится. И можно использовать это в качестве вот такого вот прикольного ночника, либо же, может быть, настольной такой лампы, бра, можно даже так сказать. Она прикольна тем, что у нее есть выключатель, то есть вы можете включить это все в розеточку вот так и просто потом ходить, щелкать, и это у вас будет направлено куда вам нужно. Штука прикольная, ссылочка тоже будет в описании. Переходите, смотрите. Вот есть какие-то тут характеристики, 50 до 60 Гц. Не знаю, конечно, сколько это напряжение выдерживает, но я не думаю, что вы будете сюда совать лампы по киловатту. Сейчас в основном все энергосберегающее, светодиодное, поэтому думаю, что проблем с этим не будет. Вот контакты внутри тоже такие, кому интересно, смотрите. Ну, думаю, что все должно будет работать и все прикольно. Не знаю, кнопочка вроде бы без подсветки, но как бы все равно это интересные варианты и прикольные штуки. Тоже все гнется, все настраивается. И я считаю, что это прикольные вещи, и они могут вам пригодиться в доме однозначно, потому что, ну, я не знаю, у меня есть
куда применить эти штуки. У меня есть там, например, светодиодная лампочка диска, которую я сюда могу вкрутить там, и направлять ее куда угодно. То есть, ну, такие вещи интересные. Можно вставить в розеточку, которая у вас возле кровати, и вставить сюда лампочку и использовать. Можно вставить эту штуку в переноску и использовать в качестве какого-то фонарика под кроватью, что-то посветить. То есть, ну, такая получается переноска универсальная, я не знаю. Ну, штука нужная. И собрать ее, конечно, самому можно там, но лучше вот заплатить китайцам, они присылают, и пришло довольно-таки быстро. Вот такие вот, ребята, крутые посылки. Я доволен этими штуками. Будет у меня еще там несколько заказов тоже, немножко от других продавцов экспериментировал. И в таком же плане, думаю, покажу вам еще там несколько там тройнички, двойнички разные такие, тоже с соколями. Поэтому, кому интересно, обязательно подписывайтесь на канал. Будут еще посылочки и будут еще интересные вещи. Ну что ж, с вами был Игорь, канал «Просто посылка из Китая». И теперь ты об этом знаешь, о таких вот штуках. Может быть, они тебе очень пригодятся в доме. Если это действительно так, то ставьте большие пальцы вверх. Все равно поставьте лайк, даже если они вам не пригодятся. Вы можете рассказать об этом друзьям. Я с вами буду прощаться, желаю вам классного настроения, классных и интересных покупок в интернет-магазинах, а в этом помогаю вам я и моя девушка, которая занимается группой ВКонтакте. Тоже переходите, подписывайтесь обязательно. Ну что ж, всем пока, ребята!